Смотрим подарки. Младшая внучка подарила. Внучка подарила коробочку конфет и вот такую чашечку.
И вот эти вот розы. Очень красивые. Это старшая дочка со старшей внучкой подарили. Деньги подарили. Спасибо большое. Ой, спасибо большое. Такой вот букет цветов. И вот такой вот букет. Подарила вот такой вот букет роз. Просто шикарные розы. Розы шикарные. И вот такой вот подарок младшей дочке подарила. Это ручная работа. Это мы когда в церкви Нигулисты мы были. Художница, которая создала эту красоту. Ханарс. Жалко, что помялась, но народу было там много, и Диана говорила, что упаковали ей просто... Она скомкала и засунула в коробку женщина, которая продавец. Очень красиво. Это натуральный шелк. Очень красивый шарф. Звонила подруга, сейчас заедет, сказала. Время 15:12, 12:30 заедет. Так что, Владимир Андреевич, вы отпускаете меня? На пьянку. На какую пьянку? Она за рулем, а я не пью. Что ты придумываешь? Ты наоборот за двоих должна. Да, конечно. А ты меня потом на руках вынесешь, да? Ну, если придется, то да. Ты же говорил, меня не поднять. Сил у тебя нет. Ну что? Волоком? Найдем. Что? Потом ляжем вместе. Нет. Я на такое не способна, Владимир Андреевич. Ну и зря. Да? Человек должен расслабляться. А чего ж ты сегодня на каток не пошел? Холодно. Вот так вот. Жизнь настала. У нас такая мягкая зима всегда была. А говорят, потепление, климат теплый стал. 13. Температура не так, ветер, зараза. Слушай, ну с утра я смотрела, там 16 было, не 13. Ну, что, ну? Там 17 было. Ну вот. Так что, Владимир Андреевич, развлекайте Патрика. Туда-то нормально, нафиг, а обратно же вспотеешь, хоть ты переодеваешься, все равно идешь сырой. Да, это точно. Патрика развлекайте, кормите его. Этот Патрик будет меня развлекать, я думаю. Я тебе в тарелочку... Борща налила, все там в холодильнике есть, так что только поставить, разогреть. Хочешь, микроволновку поставлю, тарелку? Да чего? Сам не поставлю. Сам поставишь? Конечно. Ну ладно, буду собираться. Рано еще. Ну, рано, но... А где ты будешь сидеть? Продолжение дня рождения. Патрюшка. А, Патрюшка, веди себя хорошо, да? А то ты вон даже кушать с утра не желаешь. Время уже 11:20, ты так и не кушал. Ну-ка, давай, иди кушать. Вкусняшки есть. Так что все тут есть. Давай, иди кушай. Патрик, идите завтракать. Кушать, говорят, нельзя говорить. А я по привычке говорю. Здесь как раз по-лакейски это же. Кушать подано, Патрюша. Кушать подано. Завтракать, пожалуйста. Молодец, Патрюшка, молодец. Умница. Патрик, всем привет передадим. Всем привет. Там ворона ходит, тебя дожидается, ждет еды. Наверное, наша ворона. Она уже не ждет давно. Ну так ты ее перестал кормить. По привычке прилетает просто.
Да, бедная ходит, он пытается что-то в снегу найти. А что там можно найти, если такой снег толстый слой? Спасибо большое, что посмотрели. Спасибо большое за комментарии. Спасибо большое за все поздравления. Счастья вам, любви, здоровья, чистого неба над головой. Заходите, пишите. Всем пока.